Березняковскими провалами займется новая правительственная комиссия. Ликвидировать последствия техногенной аварии поручили вице-премьеру России. Вопросы без ответов. В ситуации с ОДН нелегко разобраться даже депутатам Березняковской думы. Все на выход. Подозрительный предмет вызвал переполох в центре занятости населения. Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматуллин. Здравствуйте. Федеральные власти продолжат держать на контроле ситуацию с провалами в Березняках. Утвержден новый состав правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии. Возглавил комиссию вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович. Всего в ее состав вошло 22 человека. В том числе министр регионального развития Игорь Слюняев, министр природных ресурсов Сергей Донской, глава МЧС Владимир Пучков, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Березняков Сергей Дьяков, генеральный директор Уралкалия Владислав Баумгертнер. Напомню, ранее сообщалось, что правительственную комиссию планируется упразднить. Однако в октябре прошлого года во время визита в Березняки министра природных ресурсов России Сергея Донского губернатор Виктор Басаргин предложил возобновить ее работу. Федеральные власти поддержали эту инициативу. О дате первого заседания комиссии пока не сообщается. Добавлю, что по данным Минрегиона России, с территории, близкой к зоне аварии, нужно расселить 5600 семей, проживающих в домах общей площадью в 247 тысяч квадратных метров. Впрочем, даже тема с провалами отошла на второй план по сравнению с обсуждением расчетов на общедомовые нужды. Вопросы горожан, почему в квитанциях указаны такие суммы, остаются без внятного ответа со стороны коммунальщиков. И даже депутатам городской думы нелегко разобраться в этой ситуации. Репортаж Натальи Луначевой. Это расширенный депутатский прием для жителей 25-го округа по вопросам начисления оплаты за общедомовые нужды. На встречу с гражданами пришли представители управления городского хозяйства, Пермэнергосбыта, Новогора, Бирца и управляющей компании. Инициатором мероприятия выступила депутат Вера Поморцева. Народный избранник признается, ей тоже приходят квитанции с подозрительными суммами. Обращений от граждан, то есть от избирателей округа, появилось достаточно много, и все на одну и ту же тему. То есть это ОДН, это, значит, квитки с повышенными суммами, полученные в январе месяце. То есть я, как депутат, понимаю, что это, наверное, не моя зона ответственности, в частности, да, то есть так как я являюсь, считаю, депутатом городской думы. Вот. Ну и на часть вопросов мне бы самой хотелось даже просто как жителю города получить нормальные ответы. На встречу пришли около 40 березняковцев из 10 домов. И всех интересует один вопрос. Откуда взялись такие немыслимые цифры в строке ОДН? В декабрьской 20 кубов. 20. Да, в ноябре месяце 12 кубов. И так каждый месяц. Ну, во всяком случае, видимые утечки, которые бы выражались по 110-му. Там, в таких количествах или прочем. Вот. Вы были в подвале. Были в подвале. Видели там море воды под самой Так я и говорю, что куда тогда это все? Нет там воды. 360 кубов в месяц только по нашему подъезду. Как оказалось, ответа на главный вопрос горожан директор управляющей компании не знает. А руководитель расчетного центра заявила следующее. Расчетный центр, он работает только с цифрами. С теми, которые получают либо от управляющей компании, либо от новогорприкамер. Либо от жильцов. Мы не ходим по квартирам, мы не ходим в дома, мы не занимаемся съемом этих показаний. Мы только делаем расчеты по представленным цифрам. Поэтому куда ушла вода в Бирцево, никто никогда не ответит. Единственное возможное объяснение таких сумм за ОДН по водоснабжению ответственные лица видят в том, что последний расчетный период был в полтора раза длиннее обычного. Показания общедомовых водомеров снимали 6 декабря, а в следующий раз только 24 января. Если у нас сейчас получили мы счета за 50, как бы вы говорите, ну практически 45 за 45 дней. Каким образом? То есть мы увидим разницу в счете в следующем месяце? Я надеюсь, что да. Ну, надеюсь, или мы увидим. По логике вещей должно быть меньше. Жильцы, как и сама Вера Поморцева, такими объяснениями коммунальщиков остались недовольны. Мы думали, мы сюда придем, и нам все разъяснят. А они вот руками вот так разводят и говорят, а мы все делаем по закону. То есть тоже им, ну, как бы, рука руку моет, это поэтому никто нам ничего не скажет. Мы оплачиваем те услуги, которые выданы всему дому, но за тех, кто не платит, кто расходует больше, потому что людей прописано в квартире больше, чем
живет больше, чем прописано. И вот эти все кубы списывают на тех, у кого стоят счетчики. Значит, сначала всех агитировали, что поставьте приборы учета, у вас будет все хорошо, прекрасно и удивительно. Сейчас получается, те, кто живет, 10 человек в квартире, один прописан, у них все прекрасно и удивительно, а мы это все оплачиваем. Света конкретного не было. Что-то такое вот-вот-вот, разъяснений хороших. Вот так вот. Ничего мы тут хорошего не получили. Они не дадут воды, хорошего ответа. Воды пользуем 6 кубов, платим за 14, да? На 8 еще больше, так это как? Дальше-то что, куда планируете, что делать, куда идти? А вот соберемся всем домом, собрание сделаем, будем? И никто платить не будет. Потом и БИС к нам прибежит, и все остальные, и вопросы решать будем. А не сюда ходить и потеть, ты-ты-ты, вот так вот. К сожалению, ответы мы получаем общие. Значит, это первое. Второе, то, что если мы получаем конкретный ответ по каким-то позициям, да, то гражданам он, допустим, непонятен. Мне, например, тоже непонятен авансовый платеж БИРЦа, да, как бы, который был выставлен сегодня. Безусловно, вот неудовлетворенность в этом у меня, в частности, как у депутата, она остается. Возможно, какую-то ясность по этой теме удастся получить завтра. В городской администрации должна пройти пресс-конференция по начислению платы за ОДН по холодной воде. Репортаж с этого мероприятия смотрите в нашем следующем выпуске. Наталья Луначева, Максим Колчанов, новости на ТНТ. К другим темам. Сегодня днем полицейские оцепили здание Центра занятости населения. В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете. Прибывшие на место стражи порядка эвакуировали работников и посетителей центра. Что у вас случилось-то? Почему вас эвакуировали? Кто-то подложил чего-то. Оказалось, что на первом этаже кто-то оставил рюкзак. Почти час саперы обследовали помещение и бесхозную сумку. Рюкзак под завязку был набит железными консервными банками. Скорее всего, его просто забыл рассеянный клиент Центра занятости населения. Голодный воришка ограбил пенсионерку. В районе остановки Уралкалий молодой человек выхватил у пожилой женщины пакет с продуктами. Преступление произошло в вечернее время. Пенсионерка возвращалась из магазина. К ней подбежал молодой человек и выхватил из рук сумку с продуктами, после чего убежал. Свидетели грабежа вызвали полицейских. В ходе реагирования на этот факт сотрудниками полиции был задержан мужчина 81 года рождения. Значит, он данный факт признает. Был в состоянии алкогольного опьянения. Захотел покушать. Грабитель задержан, но теперь стражи порядка разыскивают потерпевшую. Она ушла с места происшествия. Женщину просят обратиться в полицию по телефонам 26 73 69 или 02. Самый романтичный праздник в году. Сегодня все влюбленные отмечают День Святого Валентина. В его честь в Березниках прошло несколько необычных акций, которые поднимали горожанам настроение и призывали не стесняться выражать свои сокровенные чувства. Влюбленные автомобилисты, объятия даром, кормушки с любовью и тысяча валентинок. В репортаже Евгении Кокшаровой. День Святого Валентина в Березниках отпраздновали громко. Флешмоб под лозунгом «Если влюблен, посигналь» организовали березниковские школьники. Оказывается, любящих на наших дорогах немало. Возможно, именно сейчас они как раз спешат к своим половинкам. Но есть люди, которые на самом деле отвлекаются, и это все равно приятно. Делаешь для народа больше. А неподалеку другие энтузиасты заключали прохожих в свои объятия. Такой флешмоб уже проходил в Березниках. Но, как говорят организаторы, объятий много не бывает. Очень приятно, да, чаще обниматься. Это придает энергии и силы. Спасибо. В это время на другом конце города родилась новая ячейка общества – семья Сапрыкиных. Татьяна и Константин, как и еще 5 березниковских пар, решили пожениться именно в День Святого Валентина. При выходе из культурно-делового центра, где проходило бракосочетание, их ждал сюрприз. Отдел по делам молодежи организовал акцию для всех, кто верит в любовь. Любой желающий мог повесить на дерево вот такое лакомство из птичьего корма в виде сердечка. День Святого Валентина – это праздник День влюбленных, поскольку символ этого праздника является птица, поэтому мы решили предоставить такую возможность жителям этого города уделить чуточку внимания птицам. Очень хороший знак, да. У нас очень положительные эмоции, счастье. Почувствуй нашу любовь. Первый этаж центрального универмага напоминает волшебную сказку. Наполняет атмосферу любовью очаровательные артисты и школы-студии сценического мастерства «Апельсин».
Скамейка поцелуев сегодня не пустеет ни на секунду. И какой же день влюбленных без валентинок? В день Святого Валентина горожане получили в подарок от телекомпании ТНТ «Березники» 1000 маленьких символов любви и возможность на весь город сказать главные слова самым дорогим людям. Дорогая Татьяна, мое сердце разрывается от любви к тебе. Ты самое дорогое, что есть у меня. Я люблю тебя, Татьяна. Хочу поздравить с днем Святого Валентина своего любимого мужа Олега, дочку Катюшу и сыночка Владимира. И сказать вам, что я вас очень-очень люблю. Дорогая любимая Оля, мы признаемся тебе в любви. Мы тебя очень любим. Евгения Кокшарова, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. Сегодня на нашем канале стартует новый сезон проекта «Это реально». На этот раз в борьбе с лишними килограммами будут участвовать сразу несколько девушек. Им предоставят уникальную возможность не только похудеть под чутким присмотром специалистов, но и выиграть путевку. Подробности прямо сейчас. Проект «Это реально» уже знаком березниковскому зрителю. В прошлом сезоне участие в реалити-шоу приняла Оксана Рачева. Девушка за 3 месяца освободила свои формы от 12,5 килограммов лишнего веса. Тут такая удача. Мне посчастливилось поучаствовать в программе «Это реально». Когда я шла туда, очень сильно боялась и переживала. Я думала, что будут результаты, но не думала, что до такой степени. Килограммы уходили, каждый день вставая на весы, я видела, что я таю и таю. Телеканал ТНТ «Березники» совместно с фитнес-клубом «Райская птица» запускает новый сезон реалити. В это воскресенье в стенах партнера проекта прошел кастинг. Для начала девушкам пришлось перебороть всякий страх и показать визитную карточку и перед строгим жюри, и перед своими конкурентками. Я бываю такая разная, то капризная, то прекрасная. То страшилище пупенное, то красавица вселенная. Очень долго спорили и все-таки решили до следующего интеллектуального конкурса допустить всех. На втором этапе кастинга потенциальные участницы шоу отвечали на вопросы о здоровом образе жизни. К слову сказать, девушки не знали о предстоящем испытании, но на удивление продемонстрировали энциклопедические знания. Но как хорошо не показывали себя девушки, мест в проекте всего 3. И жюри пришлось делать свой выбор. Какой? Все карты пока раскрывать не будем. На самом деле идея такого проекта, она замечательна, да, и уникальна в своем роде. То есть, во-первых, популяризирует это занятие физической культурой, здоровый образ жизни, а во-вторых, дает возможность женщинам обрести ту форму к лету, которую бы они хотели, о которой они мечтают. Мы с удовольствием поддержали телепроект канала ТНТ «Березники», и девушка, показавшая лучший результат, станет обладательницей не только стройной фигуры, но и туристической путевки и сможет уже летом отправиться в увлекательное путешествие. После проведения 3-го силового конкурса жюри и вовсе запуталось, кто же все-таки в большей степени достойны принять участие в проекте. Именно тех, кто в ближайшие 3 месяца приобретут не только стройную фигуру, но и поборются за главный приз, вы узнаете через несколько минут. Все девушки, не прошедшие кастинг, получили от фитнес-клуба «Райская птица» клубные карты, абонементы на акваэробику и сертификаты на услуги косметолога. Наталья Снежина, Елена Суханова, Виталий Третьяков. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Это реально». Не пропустите. А я прощаюсь. С вами был Артем Рахматуллин. Всего доброго и только хороших новостей. Сеть магазинов «Обувь Ольги» объявляет грандиозную распродажу мужской и женской зимней обуви. Скидки от 30 до 50%. Пора задуматься над покупкой кондиционера. Компания «Технологии климата» начинает продажу кондиционеров по зимним ценам в рассрочку, без участия банка. Кондиционер всего за 9 тысяч рублей. Это реально. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». В Березниках 15 февраля переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью минус 9, минус 11. Днем 6-8 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Информация предоставлена центром ФОБОС. В магазине «Обувь Ольги» на Мира 71 16 февраля ночная распродажа. С 8 вечера и до 3 часов утра скидки на обувь 60%. Обувь у Ольги. Вся обувь для вас. Цена кондиционера зимой 9 тысяч.
и беспроцентная рассрочка на 3 месяца без участия банка. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Советский проспект 2. Телефон 29-25-99. Для вас подберем мы букетик нескромный. Огромные розы, тюльпаны, мимозы. Ведь выбор большой, но ни капли не сложный. Артфлора подарит вам дивные грезы. И лучиком света ваш день озарим. Артфлора. ДК «Металлургов» и торговый центр «Радуга».